Göta Petter här. Sparka loss lite grann. Jo. Jo, jag rimmar på från underground nivå. Assalamu alaikum. Привет всем, ребят. Это сервисный, да, гараж. Это бильверкстад называется по-шведскому. Ну, гараж. И у них такой бизнес тут. Они в паркерингах вставляют контейнеры. И сразу на паркерингах людям меняют, когда сезон, там, 1,5 месяца. Они тут работают, меняют там шины, меняют там балансеры делают, там шины продают. Вот это их декшифт, она называется, их... которые они снимают, меняют шины, там балансировку делают, как я сказал, продают покрышки. Ну, сейчас я внутри покажу вам покрышки, все, я не знаю, они захотят лицо снимать или нет, сейчас спрошу, зайду. Вот, захожу в гараж, вот ребята, трудятся полный рост, 100 чем-то шины-то уже они разгрузили сейчас. Вот это 2 подъемника сейчас вставляю. Это будет мощный гараж. Мина, что-нибудь скажешь про гараж? Шеф скажешь, да? Сейчас подойдем к шефу тоже. Возьмем интервью у шефа, если он не спит. Вот это кухня. Полностью там кофе, раздевалка, туалет, душ. Все должен быть как в Швеции стандарт. Если это не будет... Тебя не допустят, закроют. Вон второй этаж. Там один у нас спит, уставший. Энутин, можно у тебя чуть-чуть интервью взять? Что-нибудь сказал бы по гараж? Давай, если лицо не буду снимать, чисто просто вопросы буду задавать. Как вы пришли к этому идею, что тут открыт гараж именно на севере? Решили так, чтобы... Думали, здесь не хватает Бергстада, поэтому... Да, Бергстад — это гараж. Да. Я тоже на шведском иногда говорю, что не знаю русские слова, я на шведском говорю тоже. Дай бог, что все отлично пошло у вас, чтобы каждый день там 10, 20, 40, 50 клиентов было стабильно. Да. Даже не успевали работать, иншалла, будет так. Минаж вообще дерзко работает тут. Куда пошел Минаж? Мина, я для тебя рекламу делаю, говорю, дерзко работает, ты стоишь, отдыхаешь. Если, ребята, умел, вам надо шины, там, машину починить, сервис делать, там, масло поменять, любой, короче, за ваши деньги любой каприз, короче. Еще не готово полностью гараж. Когда готово будет, тоже, иншалла, я попытаюсь вам хорошее видео сделать. Сейчас вот такой гараж, ребята, для вас я снимал. Они тут вначале, чисто, как я сказал, в паркеринге контейнеры вставляли и меняли шины. И пришли к идее, короче, люди, когда к ним приезжали менять шины, очень много задавали вопросов. У вас есть гараж там, где можно что-то поменять, что-то делать, вот так. Вот это наш главный эфир называется. Это главная дорога Швеции, которая с Кируны, с одного конца до другого, короче, конца Швеции идет эфира. И самый, короче, плохой тут, что нету заезда. Вот это самый плохой. Если был бы тут заезд, это вообще круто был бы. Вон аэропорт у нас, ребята. Самолет сейчас взлетает или прилетел. Ага, это, походу, частный. Он хочет взлетать, походу, сейчас. Аэропорт рядом, если что, можем самолеты чинить без проблем. Вот такая красивая у нас сейчас погода. Снег уж растаял. Чуть-чуть остался местами. Короче, тут развешались своими рекламами. 1 минут макс, короче. Макс — это как Макдональдс шведский. Мы большинство Макса кушаем, Макдональдса мы редко бываем. Это шведский Макс, там хороший, с рыбой, короче, бургеры бывают отличные. Вот такие дела, ребята. Вот это Хюсваген называется, дом на колеса, да, можно сказать. Называется. Я сейчас постараюсь, если она не закрыта, посмотреть внутри, как выглядит дом на колесах.
Это дом они ставят, где они контейнеры машины меняют, туда оставляют этот дом. И тут кушают, там туалет, там такие вещи. Вот, открыто, открыто. Сейчас вам покажу внутри Volkswagen. Это дом на колесах, ребята. Тут, опа, заходим сейчас, смотрим. Матрас лежит, вот это кухня, ага. Сприт тоже есть у них, можно руки сразу. Вот тут можно спать. Вот это два убирается как спинки, и там стол поднимается. Стол есть вот тут именно, как кухня, там можно сидеть. И можно спать, короче, два, один человек тут. Туалет тоже покажу. Все работает, все отлично. Я сам даже не знаю, где что, как это шло. Это обычный, короче, шкаф для одежды, одежды. Вот это тоже обычный шкаф для одежды, для таких вещей. Вот тут шкафчики, что можешь там свои вещи положить. А вот тут именно, короче, умывальник, можно сказать, да? И туалет у них был какой-то, где эта вещь, я не знаю сейчас. Короче, там есть проем, и там бачок специальный, короче, и там туалет вот такой был тоже. Вот такой дом на колеса, ребята. Цену я не знаю, за сколько они купили, без понятия. Ну, вот это можно вот так закрыть тоже тут. Если хочешь тут сам остаться, там спать или что-нибудь, тут тоже можешь матрас поставить и спать. Вот такой, ребята, дом на колесах.